Ангарск готовится к празднованию крещения. Оргмоменты обсудили сегодня на совещании. Традиционные основные мероприятия в ночь с 18 на 19 января развернутся у Свято-Троицкого кафедрального собора, где пройдет вечернее богослужение. После этого верующие отправятся в пойму реки Китой. В полночь купель осветят и начнется купание. Желающие окунуться в крещенскую ночь до Китойского моста смогут добраться автобусами. Транспорт будет курсировать до 23 часов. Охрану порядка в местах купания будут осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии, ГИБДД и казаки. Как и всегда, церковь Мудрая Мать предупреждает, что все нужно делать соразмерно разуму и силам. Людям, которые имеют слабое здоровье, желательно подумать о том, стоит ли в холодную воду безоглядно кидаться. Еще раз напомню, что воду, которую мы будем сохранять в своих домах в течение года до следующего крещения и употреблять с молитвой внутрь, желательно все-таки брать в храме, где заведомо определено, что качество воды, совершаемой в освящении, контролируется и подтверждается нормами существующими. В крещенскую ночь морозов синоптики не обещают. Температура не должна опуститься ниже 16 градусов. В пойме Китоя будет дежурить бригада медиков. Стоит отметить, что в прошлом году купания прошли без происшествий. Востребованным был горячий чай от сотрудников пожарной службы. Рассчитывать на заботу спасателей можно и в этом году.